Всем привет! Вы на канале Денис ТВ, и сегодня я вам хочу показать, как я пеку блинчики. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Но сперва хочу вам рассказать историю о том, как я решился сегодня испечь блинчики. Сегодня я, значит, заезжал в метро, прогуливаясь, увидел случайно, абсолютно случайно, стоят девочки и рекламируют муку «Рязаночка». Попробовал блинчики, девочки мне дали попробовать блинчики. Попробовал я где-то, наверное, два блинчика и решил, думаю, дай испеку сегодня из этой муки блинчики и вам покажу. Думаю, очень даже хорошая идея. Итак, мои дорогие, начнем готовить тесто из муки рязаночка. Вот мука. 100% российское зерно написано. Написано новиночка. Так, для жидкого теста. Что тут еще написано? Вся польза российского зерна. Информация о продукте, рецепты опытных хозяек. В общем, какая-то реклама опять вот здесь. Так, значит, для жидкого теста рекомендуют они там как печь. А мы будем печь по своему, значит, рецепту. Вот так. И еще мне дали девочки, значит, брошюрку. Вот такую вот брошюрку. Так, что тут написано? Ну, это, в общем, нужно участвовать в конкурсе, в их конкурсе. И главный приз здесь – поездка на родину Рязаночки. То есть в Рязань, да, поедем. Вот. Потом, значит, можно получить, значит, первой категории приз – банку для муки. Потом приз второй категории – скалка. В общем, начнем. Тесто получилось у меня вот такое вот, не знаю, нормальное, ненормальное. Наверное, околадушки получится. Вытащил я вот такую блиницу. Такую блиницу вытащил. Так, сейчас я ее буду подогревать, греть. И начну печь блинчики. Ну что, начнем печь блинчики. Так, получится у меня, не получится с одной рукой. Так. Что-то у меня получается. Не знаю, что получается. Но что-то получилось. Так, будем ждать. Итак, мои хорошие. Готовится блинчик. Сейчас будем пробовать.
О, как хорошо получилось. Так вкусно пахнет. Охренительно. Очень вкусно. Мука, конечно, шикарная. Комочков вообще нету. Вообще комочков нету. Вот второй блинчик. Он чуть побольше уже получился. А первый вот там лежит. Но он не подгорел. Это не подгорело. Просто камера так передает то, что он подгорел. На самом деле это ничего не подгорело. Вот так. Будем пробовать скоро блинчики. Друзья, смотрите, какой красивый блин получился у меня. Какой красивый. Это вот третий блинчик уже. Второй вон там отдыхает. И опять же вам скажу, это не подгоревшие блинчики. Это просто камера так передает почему-то. Блинчики не подгоревшие. Камера плохо передает цвет. Не прошло и 10 минут, и блинчики уже готовы. Какие они вкусные, друзья. Какие они вкусные. Вы просто не представляете, какие они вкусные. Охренеть. Пальчики можно обрезать даже. Я уже где-то две штучки скушал. Вкусно. Приступим, мои хорошие, пробовать мои блинчики. Приятного вам аппетита, кстати. Кто сейчас кушает? Так, давайте начнем пробовать блинчики. Так, сейчас откроем вареньце. Варенье, кстати, малина. Малина. Очень вкусно. Ой, как вкусно. А как вкусно пахнет. Очень вкусно. Так. Закроем. Вкусно. Горячий чай. Шикарно. Во, друзья, делайте почаще такие вкусняшки. Объедение просто. Я сам сделал, понимаете, сам. Хрустят. Очень вкусно. Просто охранительно. Вкусно. Так что, мои хорошие, покупайте муку резаночком, делайте вкусные домашние изделия, блинчики или оладьи, или там хлеб, кто что хочет. Очень вкусно. Очень. Так что все, до связи. До связи. Пока-пока всем.